Я хочу представить вам мою новую знакомую. Познакомила меня Анна. Да? Сейчас я услышу, как она поет. Ни разу еще не слышала. Я думаю, многие, наверное, слышали, видели ее в телепроектах. Я помню, «Званый ужин», да, она участвовала. И давай поженимся. Ну, может быть, и уже поженились, я не знаю там. Виолика, хочу вам представить ее с ее песней. Это все любовь. Ну, как я могла забыть? Это все вообще, вот это все, не вот это. Это все любовь ваша и наша, и моя.